Приветствую вас, друзья. С вами Алексей Куровов. И мы снова в моем кабинете букмекерской компании «Марафон». И это наш заключительный видеосюжет на тему, которая еще не прозвучала и которая, естественно, всех интересует больше всего. Это вывод средств. Вывод средств с нашего доступного баланса, он такой же как бы простой, как и пополнение. Все очень просто. Идем в меню «Сервисы» и «Снять сумму со счета». Как вы видите, на этой странице уже прописан способ оплаты. Это тот способ оплаты, которым мы пополняли счет. Собственно говоря, если мы привязали в момент пополнения нашу кредитную карточку, собственно, только на нее вывод у нас, ну, есть еще как бы этот самый валютный перевод с минимумом 65 долларов. Ну, не суть важно. Вот есть та карточка, с которой мы пополняли, и, собственно говоря, на нее мы можем деньги вывести. Значит, соответственно, тут прописано, что минимум к выводу у нас 7 долларов. Мы нажимаем на кнопочку «Снять деньги» и как бы вот видим подтверждение того, что как бы вот карточка Visa, так сказать, там ее номер, ну, собственно говоря, ее параметры, которые вы вводили при пополнении счета. Вот. И все, что, собственно говоря, здесь надо сделать, это вписать, снять сумму, там, цифру какую-то больше 7 долларов, соответственно, должна быть у вас на доступном балансе, и ввести пароль от вашей учетной записи, от этого, собственно говоря, кабинета. После чего мы нажимаем кнопочку «Вывести средства», и наши средства, значит, отправляются, как я говорил уже в начале, в течение 2 дней, обычно, если мы не в выходные эту заявку делаем, средства попадают на счет, на карточный счет. Мне сейчас вводить ничего не надо, поэтому как бы я не буду демонстрировать это, но поверьте, так сказать, тут никаких проблем нет. Вот, значит, соответственно, к вопросу, который я затрагивал раньше, значит, вот здесь он как бы все описано, что сменить банковскую карточку можно, когда баланс у нас нулевой. То есть либо надо, так сказать, все вывести на старую, после чего ее можно будет удалить и прописать другую, как бы либо все проиграть. Главное, чтобы баланс был нулевой, тогда как бы можно ее в автоматическом режиме сменить. Если случилась какая-то неприятность и карточка, так сказать, больше не существует, а деньги на счете у вас есть, то можно обратиться в поддержку и, так сказать, через поддержку в ручном режиме тоже сменить, так сказать, и способ вывода, да? Вот. Но, естественно, придется объяснять причины. Вот, собственно говоря, и все, что хотелось, наверное, сказать. Все, что хотелось вообще сказать по поводу букмекерской конторы «Марафон». Поэтому, значит, собственно говоря, что, надеюсь, эта серия видеосюжетов, эта серия уроков была для вас полезной. Удачи вам, прибыльной игры. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, подписывайтесь на мою рассылку почтовую. Это первый мой видеоурок на тему. Будет много интересного. Для всех моих подписчиков будут какие-то льготные предложения. Возможно, будут какие-то скидки на мои прогнозы. Или скорее не на прогнозы скидки, а скидки на какие-то дальнейшие мои видеокурсы. В общем, как бы мы найдем способ и направление взаимовыгодного сотрудничества. Еще раз всем спасибо и до новых встреч.